Я вообще даже не мог представить, что ты в такой неблагополучной семье живешь. Капец вообще. Никому не говори, пацанам. Я Сергей, я все понимаю, ты что? Что? Ты же башка меня, ты ваша семейная морковка еще хуже стала. Не, слушай, если ты хочешь, пойдем ко мне домой похаваем. Мне там матушка для отчима вчера беляши нажарила. Беляши? Мои любимые. Ну погнали тогда. Конечно, тебя. Пойдем. Хоть пив. Башка! Башка, ты где? Ты что хочешь? Где? Мы же договаривались пол седьмого встретиться. Маршрутку кидать яйцами, ты что? Блин, Жава, я не могу. Меня матушка запрягла помогать. Мне башка, хочешь, сейчас сам поднимусь, если я помогу? Ну давай. Все, я поднимаюсь. Давай. У меня завтра отчетный концерт для фортепиано со скрипкой и флейтой. Вы мне сейчас поможете порепетировать. Пашка, ты что за пристала? Ты мне помочь там шкаф принести или кровать? Ты что за фигня? Мишавый, давай соберись, а? А то нас до вечера не отпустят. Если ты сам не знаешь, что я это в рот брал. Нереально.